Спасение от пыли и пыльцы. Оконные сетки-фильтры «Нанофайбер» вот уже второй сезон помогают сотням тверичан защищать свои квартиры и дома от уличной пыли. Со сходом снега в городе гуляют настоящие песчаные бури. И простые москитные сетки уж точно не преграда на пути пыли. Но не оконный нанофильтр. Под микроскопом видно, что нановолокна в 1000 раз тоньше человеческого волоса и не пропускают даже мелкодисперсную пыль. Инновационная технология пришла в Россию из Южной Кореи. И сегодня у «Нанофайбер» нет аналогов. Этот фильтр считается лучшим по соотношению воздухопроницаемости и защиты от загрязнений с улицы. Он сертифицирован, и фильтрация пыли почти 92%. Это очень высокий показатель. И при этом спокойно пропускает воздух. Многослойный материал, да, с двух сторон это армирующая сетка, а внутри тончайшая структура из синтетических нитей. Это как губка. И расстояние между волокнами синтетическими, оно настолько маленькое, что полностью отфильтровывает песок, пыль, пыльцу, смог, вот это вот все мусор, который летает у нас за окном и не должен попадать в квартиру. Главное, что отмечают пользователи «Нанофайбер», эта сетка-фильтр не просто помогает поддерживать чистоту в доме, но и защищает организм от вредной среды. Она не пропускает смог и выхлопные газы, сигаретный дым, насекомых. И плюс ко всему становится верным помощником для аллергиков и астматиков. Закончится песок, его в конце концов уберут, потом начнут деревья цвести, если для большинства жителей это просто неудобство. Тряпочкой протереть пыль, то для людей с аллергией это страшное время наступает, да, когда уже и солнце жарит. Дома жарко, хочется открыть окно, они не могут это сделать физически, потому что залетает пыльца. Вот решение для людей, страдающих аллергией. Буквально через неделю-две после установки фильтра «Нанофайбер» уже есть видимый результат, что подтверждают довольные пользователи этой чудо-сетки. И замечают, что при проветривании не возникает сквозняков, а во время сильного дождя вода не попадает на подоконник. В прошлом году решили взять фильтр на пробу, поставили «Нанофайбер» в детскую и в спальню. И результат реально ощутим, пыли стало меньше скапливаться на подоконнике. А вот в гостиной в этом году решили поменять тоже на «Нанофайбер», потому что у нас под окнами идет стройка, много пыли скапливается за неделю. И сейчас сняли сетку, ждем, когда привезут «Нанофайбер». Фильтры легко вручную промываются под водой. Как правило, этого требуется 2-3 раза в год. Более того, «Нанофайбер» помогает экономить на стирке и химчистки штор, продлевая их срок службы. Элементарный пример. Вы только что купили, приобрели или постирали новые занавески, тюль, там, жалюзи, шторы. Повесили, все красиво, но первые полгода. И потом уже смотрите, да, у вас и тюль уже становится не такой белый, а серый. И шторы не хочется трогать, и на жалюзи видна пыль, песочек. А все это обслужить, извините, взял табуреточку, залез на вытянутых руках, снял там несколько метров ткани, либо в химчистку сдал, либо все это отстирал, потом отгладил. А используя оконный фильтр, вот этот интервал обслуживания штор, занавесок, он гораздо больше становится. «Нанофайбер» изготавливается на заказ по размерам оконного проема. В этом сезоне добавилась и новая модификация сетки, которая пропускает больше воздуха. От заказа двух и более фильтров действует нарастающая скидка. А главное, цены с прошлого года не изменились. Начать дышать полной грудью в своем доме просто. Достаточно установить «Нанофайбер», и воздух в квартире станет чистым.